Хороший дедушка, он всем дедушка. В радугу приходят отзывчивые, добрые, с открытыми сердцами мужчины, чтобы поделиться с мальчишками своими знаниями и бесценным опытом. В роли любимых внучат – воспитанники дневного и круглосуточного отделения центра. Мы привлекаем пожилых людей нашего города, мужчин, к воспитанию и развитию наших деток, чтобы они научили их трудовым навыкам, так как наши дети во многом не имеют отцов, воспитываются в неполных семьях, и поэтому очень трудно им перенимать опыт именно мужского воспитания. Проводят мероприятия с нашими детками, занятия, делятся своим опытом, делятся тем, что они достигли в жизни. Кто-то занимался фотоаппаратом, деткам рассказывал это. Кто-то любит рыбалку, в том числе и чемпионы есть у нас по рыбной ловле, которые тоже рассказали детям, как это, показали свои достижения, награды, медали. Детям очень интересно, они перенимают опыт от дедушек и учатся трудовым навыкам. Очередное занятие дедушкиной мастерской проводит любимый и частый гость проекта Владимир Федоров. Про такого, как он, в народе говорят, золотые руки. Все, что умеет творить своими руками, Владимир Григорьевич делится с мальчишками. Вместе создают необычные сувениры и разнообразные игрушки. Это очень приятно, то, что они очень любопытные и как стараются этот навык как-то к себе привыкнуть. Ребятишки, они тоже любопытные, они тоже спрашивают, что вот это, что, как это сделать. Поэтому для них это все пригодится. Что сегодня будете делать? Сегодня будем делать вот снеговичка, зайчика. И желание как-то передать что-то, свой опыт молодым. Они интересуются очень много. У нас уже есть целая экспозиция выставки с работами наших детей. А работы, которые нам особенно удались, мы подарили детям из реабилитационного центра нашего города, для того, чтобы и они тоже играли вот с такими поделками. Большая часть работ в рамках проекта «Дедушкина мастерская» украшает двор радуги, делая его еще более теплым и уютным. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.